Традиційно українські господині ставлять на новорічний стіл декілька десятків страв. Це й прийнято вже називати по-багатому. Пропонуємо сьогодні дізнатися у миколаївців, чи змінився святковий бюджет до новорічного столу порівняно з минулим роком. В прошлом году я покупала красну ікру, а і в этом году теж її купила, но вона подорожала на очень много. Смотря що. Что-то уменьшил, что-то немножко увеличил. Ну вот рассчитываешь на то, что ты получишь. Какие деньги ты получишь, на то и рассчитываешь. Поэтому сказать точно, что как-то вот кардинально плохо, я не могу. Но что-то ты себе решил не купить, что-то больше купить. Ну так, процентов на 50-70. Конечно, поменялся. В прошлом году как бы больше на столе как бы наставляли, чем в этом году. Как бы все подорожало. Рыба подорожала, сыр, колбаса, все практически. Ну как бы то же самое покупаем, но в меньшем количестве. Конечно, изменился. Но не важно, что я там покупал, но в этом году намного все дороже стало. Конечно, изменился. Почти в 4 раза изменился. То же самое покупаем примерно каждый год, но просто затраты больше в этом году. Пока не знаю. Пока он вообще никак не выглядит. Все подорожало. В прошлом году покупали все на салаты. А в этом году решили все бюджетно, экономно. Торт, шампанское и бутерброды. И все. Отже, ціни на продукти харчування зростають міру наближення до свята. Та це не привід засмучуватись, свідчить наше опитування. Бажаємо вам смачних свят та гарного настрою.